от кузнеца топор, молоток в руку бери, давай фигачь их, а ты, кузнец, лук бери, давай стреляй. До них вообще не добраться, не попасть, они же соплями какими-то в тебя плюются. Так, ладно, времени нет, мы еще можем 2 часа здесь находиться на улице и с ними сражаться. Быстро сюда собрались, давайте к Журику, к Веронике на 2-й этаж. Вероника продолжает чихать, опять это землетрясение, давайте, заходите и трите колотить. Этих голубей ядовитых совершенно победить никак невозможно. Опять она чихает, как ненормальная. Так, кузнец, ты стой здесь, охраняй вход, а я на 2-й этаж. Так, Шурик, как она себя чувствует, а? Очень плохо. С каждой минутой все хуже и хуже. Это хорошо. Ну, в смысле, плохо, что она плохо себя чувствует, но хорошо то, что мы наконец-то вернулись. Так, держи. Сердце ядовитого плюща и сок ядовитого плюща. Мы наконец-то его нашли, мы его кокнули и притащили. Давай, лечи ее прямо сейчас. Ну давай, что ты смотришь, лечи Веронику! Я откуда знаю, что мне с этим делать? А я откуда могу знать, что нам с этим делать? Я тебе сок и сердце притащил. Лечи ее давай, я не знаю, пузо ей там намажь соком или пятки, я откуда могу знать? А я думал, что ты знаешь. Я-то вообще не знаю. А я откуда могу знать, что с этим плющом ядовитым делать? Я его вообще первый раз в жизни вижу. Шурик, я в душе не чаю, как нам Веронику-то вылечить от этой болячки какой-то непонятной. Плющ. Ядовитый. Зелье. Зелье вар. Господи, да так умереть-то можно от таких чихов, Вероника, ты где-то ложись обратно, тебе нельзя стоять, ложись обратно и не чихай больше. Так, Шурик, она сказала зелье и зельевар. Это значит, что надо бежать в центр города к этому зельевару и просить его сделать зелье. Так, короче, ты, брат кузнеца, остаешься вот здесь, Шуриком помогай ему, отбивайся от этих чертей летающих. А мы с кузнецом тогда сейчас побежим в центр и постараемся зелье сделать. Да, все, хватит чихать, мы скоро вернемся сюда. Подожди, господи, так ты мне плющ-то этот выкинь, как я тебе зелье сделаю без плюща? Ага, все, давайте, не пуху, не пера в жопу, короче. Кузнец, выбегай. От этих пчихов Вероники здесь весь потолок посыпался. Так, ладно, вот они, господи, кузнец! На мост! Побежали через мост быстро, пока нам сраки не подкусывали эти голуби! Кузнец! Пробегай мимо, пока в тебя соплями не харкнули! Давай! Побежали! Ты та отойди в сторону, пока я тебе не шатарахку! Побежали, давай! Так, Это самое, кузнец, надо эту фигню летающую как-то отвлечь, пока я пойду и буду узнавать, как сделать это зелье у зельевара. Кузнец, у меня есть план. Сенсей Хачикарикуауа. Здравствуйте, дети мои. Давно с вами не виделись. Я вам подарки на Новый год приготовил. Держите. Кузнец. Шандарах ему по башке. А сейчас быстро сраку свою пиндюль на этот летающий ковер самолет и быстро отвлекать эту чупакабру скрылатую. Давай, кузнец, полетел! Арабская ночь! Там вообще-то ночь, а не дочь, кузнец. Но какая разница-то на самом деле? Отвлекай эту фигню непонятную. Я лечу к зельевару и присматриваюсь за сенсеем Хачирики. Вау-вау, ему что-то плохо стало, он в обморок упал. Араб,
Бабская ядрить ты колотить! Зельевар! Вообще нифига ни времени нет, чтобы сейчас тебе что-то объяснять на второй этаж! Давай быстро на второй этаж! Потопали сюда быстро к котлу! Держи это сердце ядовитого плюща, кидай в котел, и дальше сок ядовитого плюща. Давай, вари зелье прямо сейчас. Что варить? Зелье! Из ядовитого плюща и сердца ядовитого плюща вари прямо сейчас. А осколки ледяного кристалла где? Какие в жопу осколки ледяного кристалла, Зельевар? Нам зелье надо сварить для Вероники. Она нам на болотах вот эту болячку какую-то подхватила. Сейчас дома вся зеленая лежит. Шурик говорит, что ей недолго осталось, если мы ей противоядие не сварим. Вари давай быстро осколки ледяного кристалла. Чтобы сварить это зелье, ядовитого плюща недостаточно. Нужны ледяные кристаллы. Да какие нафиг ледяные кристаллы? Да почему я это только сейчас узнаю? Вероника отправила нас на болото. Мы там 2 серии тусовались, пока этот плющ сраный ядовитый достали. Ты еще говоришь, какие-то кристаллы нужны? Где я тебе ледяные кристаллы добуду? Ну, где-то в холодном месте. Где есть лед? Да ладно! Ледяные кристаллы в холодном месте, где есть... Господи! Так, ладно! Начинай варить зелье прямо сейчас, я пойду добуду где-то эти ледяные кристаллы. То только смотри, чтобы когда я пришел, у тебя зелье уже наполовину было готово. Так, ледяные кристаллы. Да, а почему Вероника-то не сказала, то, что там еще какие-то ледяные кристаллы нужны? Кузнец! Нам еще кристаллы какие-то ледяные нужны! Какие еще в жопу кристаллы? Ледяные! Зельевар сказал! Где мне их найти-то вообще, а? Ну, где-то в холодном месте, где лед есть. Да ладно! Ледяные кристаллы в холодном месте? Серьезно? А может, в пещере Йети? Там вроде лед был. Пещера Йети, которого мы кокнули давным-давно, и она была вся в снегу, и она была вся во льду. Слушай, кузнец, ты хоть и тупой, как дерево, но когда надо смекалку проявить, ты ее всегда проявишь. Так, отвлекай эту горгулью летающую, я скоро вернусь. Пещера Йети. Точно, точно, точно! Мы же примерно где-то серии 7-8 назад отправлялись сюда глубоко-глубоко в лес. И вот здесь, в этой пещере, жил Йети, которого мы также давным-давно кокнули. И сейчас, в принципе, можно отправиться вот в эту пещеру. Он... Чё спит? Сейчас можно отправиться в эту пещеру и добыть парочку ледяных кристаллов, мать моя женщина! А предыдущего того Йети, которого мы кукнули, он же в раза 3 меньше был, чем вот... Ладно... Это, похоже, мы его жену кокнули, а сейчас муж вернулся. А вот и те самые ледяные кристаллы, про которые мне только что сказал Зельевар. Я не знаю, сколько кусков мне надо их забрать, но я заберу все на всякий случай, чтобы потом не пришлось возвращаться. Ага, все, 6 штук достаточно. И сейчас медленно и тихонечко надо отсюда свалить. Да как ты проснулся? Я же тебе ничего плохого не сделал! Он меня заморозил, господи! Да что ж это за фигня-то происходит в этом проклятом городе? Опять заморозил! Осталось
пришлось прибежать к этому к зельевару и все скрафтить зелье и все здорово кать скрафтить зелье и все готово будет после этого мы сразу же по... А ты тут что делаешь? Это я у тебя хочу спросить тебя, где черти носят? А, я тебе вон посылочку, бьюти-бокс прислала, тебе хотела подарить. Ты где шаришься вообще, а? Вот, давай. Вот ты-то как раз-таки мне сейчас и поможешь. Отвлеки йети, а? Какого йети? А вот этого вот. Который топает в нашу сторону? На вот этого! Отвлекай, давай, отвлекай! Ты справишься, Катюха, ты справишься! Я бегу к зельевару! Мы сейчас скрафтим быстро это проклятое ядрить и колотить зелье, которое со осколков всяких ледяных делается! На! Делай прямо сейчас! Получается, парочку минут у нас есть подождать, пока это зелье сварится. Я пойду вот это Катюхе подожду, там этот муж йети вернулся, той, которую мы примерно серии 7 назад кокнули. Надо Кате помочь. Все. О, здорово, наконец-то. Я его уже кокнула. Долго тебе ждать. Посылку ты мою хоть забери потом, а? Там осталось валяться открытое. В смысле ты его кокнула? В смысле, ну взяла и кокнула, что здесь такого? Уже не впервой йети убивать. Так, ладно. Кузнец! Ты как там, а? Арабская дочь! А он знает, что не арабская дочь, а арабская ночь вообще-то? Ну это кузнец, Кать, какая разница? Если он кричит то, что арабская дочь, значит арабская дочь. Ну ладно. Только ты аккуратно, этот голубь пернатый соплями плюется. А, понятно. Ну ладно, чаем напоишь. Ну сначала Веронику вылечим, горгулью и летающую кокнем. Ты мне расскажешь, как ты йети убила, а потом да, напою. Ну все, заметано.